Итак, последний, заключительный номер от Вятки. Как ваше имя, отчество, фамилия, что, как, чу? Егошин Владимир Николаевич. Деревня Шаржарки, глухая, последняя в Кирове, Кировской области. Работаю животноводом. 240 голов быков как раз кормлю. Ну, товарищи, против быков новгородских выступает... Так сказать, руководитель бычков и коров вятских. Новгородский арендатор пел частушки «Будь здоров». Он в гармонь играть приехал, бросил дома всех коров. А я в Иваново приехал не на девок поглядеть, а я в Иваново приехал под гармонь частушки петь. А ивановские ткачихи ткут хорошее полотно, но хорошую рубаху тут не купишь все равно. А я, конечно, не Чепрага, не Иосиф, я Кобзон, я спою вам под гармошку, в этом тоже есть резон. Перестройка, перестройка, все об этом говорят. Я сегодня перестроил и гармонь на новый лад. Появилась у нас новая тенденция. Съезд вчера и съезд сегодня, завтра конференция. А на съезде депутаты поударились в дебаты, а мы ждем от депутатов больше дела без дебатов. А мы купили холодильник, называется АК. Нету мяса, молока, я холодю жену пока. Девушки, не ешьте мясо и не пейте молока. Пейте вы святую воду у Аллана Чумака. У Аллана Чумака всемогущая рука. Бабка Брагу зарядила со 100 грамм валит быка. Гришка раньше сильно пил, пьяный бабу колотил. Поглядел на Чумака, не поднимается рука. Бабка бает старику, поезжай как Чумаку. Зарядись годков на 5, ох, заживем тогда опять. Говорит старуха деду, к Кашпирёшкину поеду, установку получу, снова замуж захочу. Скоро сможем мы видать, каждой партию создать. Будут, видно, коммунисты, национал-социалисты, лево, правые, кадеты, профсоюзы, сельсоветы. Будет партия зеленых, холостых и разведенных, неженатых и влюбленных. Снова будут декабристы, январисты, февралисты, окулисты и дантисты, шофера и трактористы, и, наверное, гармонисты. С каждой будет президент, вот так будет контингент. А я частушек 1000 знаю, и не будет им конца. Я частушки петь кончаю, оп, цедрица, лацаца.